Сестренки, теперь пришло время для рекомендаций по питанию. Первое – это рисовая лапша из речных улиток Лучжоу. В ней много ингредиентов. Я уже съела одну. Суп. Масло? Не беспокойтесь об этом. У нас же есть бишенгуань. Он может удалять жир, что полезно для нашего здоровья. Вот два очень... Моя соседка по комнате вернулась. Хотите ее увидеть? Напишите, если хотите. Давай, присоединяйся ко мне. Моя соседка по комнате немного устала. Покажу ее в следующий раз. Давайте сделаем перерыв. Почему она упала на пол? Посмотри. Она вся грязная. Ты просто сдашься? Нет. Как ты знаешь, мое будущее в качестве стюардессы безрадостно. Поэтому я хочу найти выход. И это твой выход? Если стану популярной, смогу получать больше, чем стюардесса, работая. А как же работа стюардессы? Ты сдалась? Мне не суждено быть стюардессой такой, как ты. Сяся, никто не рождается быть бортпроводником, понимаешь? Нет, ты была рождена для этого. Я на 100 цуюй хуже тебя. Не хвали меня так. У каждого есть сильные и слабые стороны. Я знаю, сколько у меня слабостей. Ты знаешь, сколько у тебя сильных сторон? В той срочной эвакуации ты была спокойна и отреагировала быстрее, чем все мы. Но сколько раз в жизни стюардесса может пережить кризис? То, чем я сейчас занимаюсь, просто моя слабость. Даже в той эвакуации я не выполнила работу хорошо. Ты собираешься сдаться? Разве мы не договорились вместе быть лучшими стюардессами? Я обещаю тебе, что продолжу усердно работать в салоне самолета, ну... Я попробую хотя бы еще 1 месяц, хорошо? Хорошо. Я симпатичная, да? О нет, сестра Чэн в беде. Вы видели микроблог? Что случилось? Все популярные авиаблогеры заявили, что второй пилот была за штурвалом. Ну да, Чэн Сяо. Они разворошили осиное гнездо. Эти клавишники узнали про сестру Сяо. Они ругаются в сети, утверждая, что сестра Сяо нанесла травму Дуань Чао. Что? Дай посмотреть. Убирайся из авиалинии Лучжоу. Мусор. Что это все значит? Бред какой-то. Господин, пожалуйста, пристегните ремень. Господин, пожалуйста, не шумите больше. Чао пристегнет его, когда проснется. Но у нас есть... Хотите, чтобы на вас нажаловались? Извините, что побеспокоила. Но, пожалуйста, пристегните ремень безопасности как можно скорее. Нет. Я беспокоюсь за Чэн Сяо. Вы не представляете, как пугают эти экстремалы фанаты, когда сходят с ума. Я беспокоюсь, что они узнают домашний адрес Сяо Сяо. Нет. Возьми. Я буду использовать другие мои аккаунты, чтобы бороться с ними. Чэн Сяо. Что ты сейчас делаешь? Что случилось? А, ничего. Я собираюсь драться. Напишу сестре Сяо. Не слишком тревожься об интернете и не реагируй сгоряча. Береги себя. Сестра Сяо, у этих людей что-то слишком много. Будь осторожна в эти дни. Она виновата. Дрянь, верни нам Чао, негодяйка. Возьми на себя ответственность, безответственная. Если тебе нужно поговорить, ты можешь позвонить мне. Чэн Сяо, почему не сказала мне, что ты здесь? Брат Жань, я приходила к врачу. Мой тест еще не готов. Ты просто слишком встревожена. Тебе нужны выходные. Разве компания не разрешила тебе взять больше выходных? Время обеденного перерыва. Позволь отвезти тебя куда-нибудь. Здравствуйте, директор Ни, сестра Чен. Ты была здесь раньше? Дважды. Ты знаешь, что их босс бывший командир авиалинии Лучжоу? Нет. Лао Ху. Он досрочно вышел на пенсию по состоянию здоровья, но он все еще не может отказаться от полетов, поэтому открыл бар, в котором нет алкоголя. Пришли? Директор Ни. Дядюшка Ху. 2 свежеиспеченных десерта. Пробуйте. Выглядит так аппетитно. Отличается от тех, что я видела в других местах. Я приготовил это сам. И доступно только по запросу директора Ни. Дядюшка Ху, если еще раз так меня назовешь, я больше сюда не приду. Хорошо. Не буду беспокоить. Наслаждайтесь. Спасибо. Хорошо тебе. На самом деле он специально готовит их для девушек нашей технической службы. У женщин в других местах есть время выпить послеобеденный чай. У нас совсем нет передышек из-за характера работы. У наших женщин-механиков есть время на гаечные ключи, розетки, отвертки и так далее. Но в конце концов они девушки, с которыми нужно обращаться мягче. Повезло им быть подчиненными брата Ни. Гу Наньтин должен поучиться у тебя. Ну как? Вкусно? Да. Сладости правда делают людей счастливыми. Вкусно? Мы все видели этот инцидент. Действия Чэн Сяо привели к травмам людей и повреждению самолета. Комментарии в интернете, вызванные этим, также влияют на наш корпоративный имидж. У ворот нашей компании до сих пор многолюдно. Окончательные результаты расследования пока недоступны. Давайте вернемся к теме. Сегодня мы пригласили сюда начальника СИА и старших инструкторов летной службы, чтобы внутренне определить наше мнение. Во время планового набора персонала на следующий год я предлагаю не принимать женщин-пилотов. Извините, начальник Дзян, я с вами не согласен. В общем говоря, женщины-пилоты, они слишком эмоциональны. Посмотрите на Чэн Сяо, живой пример. Чэн Сяо исключение, и вопрос еще не решен. Производительность женщин-пилотов не ниже, чем у пилотов-мужчин, что подтверждается данными. На самом деле, в наборе женщин-пилотов мы сильно отстали от других авиакомпаний. Наньтин. Соотношение пилотов мужчин и женщин также очень не одинаково в других авиакомпаниях. Директор Сюй не хочет, чтобы я много говорил о женщинах-пилотах. Но сейчас мы собираемся начать подготовку к набору персонала на следующий год. Этой проблемы больше нельзя избегать. Теперь при закрытых дверях я хотел бы высказать свое мнение. Давайте поговорим о простом вопросе. Как избежать высотного излучения? Как только женщина-пилот решает завести ребенка, чтобы подготовиться к беременности, она не может летать по крайней мере полгода. Для этого ей нужна другая работа. Далее отпуск по беременности и роды. Затем ей приходится заботиться о семье и детях. Серия проблем. Все это снижает коэффициент использования пилотов. Наша компания сейчас находится в стадии стремительного развития. Нам нужна инициативная и эффективная летная команда. Женщины-пилоты могут быть приняты на работу в будущем, но не сейчас. Я думаю, мы должны проголосовать. Поднимите руку, если вы согласны со мной. Ежегодно в каждом летном училище готовится группа отличных пилотов-женщин. В том числе несколько девушек-специалистов в области авиации. Их отсутствие будет нашей потерей. Начальник Дзян подчеркнул их коэффициент использования. Я думаю, мы должны рассматривать это диалектически. Авиалиния Лучжоу, как ведущее предприятие, не может слепо стремиться в первую очередь к прибыли. Нам часто приходится делать социально ответственный выбор. Давайте поговорим об этом с директором Сюем. В летной службе я всего лишь отвечаю за безопасность. И ты теперь не заместитель начальника. Мы должны придерживаться процесса делегирования полномочий. Кстати, второе заседание по расследованию назначено на послезавтра. Результаты могут быть невеселыми. Разве анализ данных не подтвердил, что Чэн Сяо не намеревалась нарушить приказы командира? Травма звезды слишком серьезна. Я боюсь, что кто-то должен взять на себя ответственность. Отчет об анализе данных вышел. Это не твоя вина. Но нынешнее общественное мнение в интернете против тебя. Для послезавтрашнего совещания по расследованию приготовься к худшему. Инструктор Гу, я стану лучшим пилотом. Я вас не подведу. Мама, сегодня у нас гости? Тебе повезло, или вы двое назначили свидание заранее? Мы двое? Брат Наньтин, ты пришел? Юйхэн, ты... Я летала сегодня в Уси и обратно, купила несколько фирменных блюд и приготовила несколько блюд для тети. Ты еще не ел? Не так ли? Вымой руки. К счастью, сегодня я приготовила много еды. Вымой руки. Тетушка, выпейте сока перед едой. Давай я сама. Все нормально. Дай мне. Давай я сам. Все хорошо. Позволь мне, Наньтин. Хорошо, спасибо. Тебе? Хорошо. Тетушка, попробуйте. Я впервые готовлю для вас. Не знаю, понравится ли вам. Ты очень хороша в этом. Мне все же нужно узнать больше у брата Наньтина. Он занят на работе, я не могу ему помочь, поэтому могу только позаботиться о вас. Юйхэн, ты слишком добра ко мне. Брат Наньтин, попробуй. Лучше я сам. Тебе не нравится то, что я приготовила? Нет. А мне вкусно очень. Мне нравится. Он может есть просто рис. Что ты любишь есть? Я приготовлю в следующий раз. Нет, все нормально. Спасибо, мама. Брат Наньтин, ты очень устал сегодня? Я был занят в последнее время. Скоро состоится второе заседание. Я слышала об этом. На самом деле, в том, что звезда была ранена, я... В чем дело? Я... Что случилось? На самом деле, та звезда пострадала не во время эвакуации. Что произошло? В то время я проводила предпосадочную проверку безопасности и заметила, что он не был пристегнут ремнем безопасности. И много раз напомнила ему, но он все равно отказался. Не знала, что делать. Когда самолет отвернул, я заметила, что у него травмирована шея. Я прочитал все протоколы расследования. Почему ты не упомянул об этом? Его агент продолжала говорить, что будет жаловаться на меня. Да и сам он упрямый. Я не посмела его обидеть. В салоне самолета у всех есть только одно название – пассажир. Как профессиональная бортпроводница, ты должна нести ответственность за безопасность пассажиров. Люди в интернете клевещут. Этот инцидент не только подорвал репутацию компании, но и сделал Чэн Сяо целью нападок. Прости, брат Наньтин, я не осмелилась рассказать об этом. Я боюсь. Я боюсь потерять работу в компании. И боюсь возмездия со стороны этих людей. Я не права. Могу ли я что-нибудь сделать? Во-первых, немедленно сообщи об этом в компании. Во-вторых, вспомни. Не видели ли другие пассажиры, что он не был пристегнут? Его агент, должно быть, видела это. Но... Извините, что беспокою вас. Но, пожалуйста, пристегните ремень безопасности как можно скорее. В его ряду сидел пассажир с платиновой картой, он мог все видеть. Я могу попытаться связаться с ним. У тебя есть только один день. Теперь он единственный, кто может прояснить правду. Хорошо, я понимаю. Брат Наньтин, можешь ли ты простить меня? Важно, сможет ли экипаж салона самолета простить тебя. Юйхэн, это не мелочь. Надеюсь, ты это понимаешь. Сестренки, смотрите. В этих свежеприготовленных грибах очень много желатина. Смотрите. Восхитительно. Теперь нажмите на ссылку ниже, чтобы купить их немедленно. Количество ограничено. Юйхэн, ты вернулась? Что? Могут ли мужчины есть их или нет? Конечно, мужчина можно. Такое определенно не только для женщин. Будь то 80-летняя бабушка или 2-летний ребенок, вы можете их есть. Господин Вэй. Юйхэн, я думал связаться с тобой, когда буду свободен. Не ожидал, что ты первый позвонишь. Я хочу поговорить с вами кое о чем. В Лучжоу я по делам. Почему бы нам не встретиться и не поговорить? Хорошо. Может, сегодня вечером? Неудобно? Нет. Подойдет. Хорошо, я пришлю адрес на твой телефон. Хорошо. Господин Вэй, Уолдорф Астория. так здорово. Вот, поешь. Нет. Что случилось, Юйхэн? Ты выглядишь несчастной. Нет, я... Ты свободна сегодня вечером? Да. Я буду свободна после эфира. Что, хочешь съесть? Встретиться ночью в отеле. Он думал, что ты пригласила его на свидание для... Что он за человек? Кем он считает стюардессу? Это не его вина. И я сама пригласила. Юйхэн, не волнуйся. Я защищу тебя. Господин Вэй. Садитесь. Это моя коллега Сяджи. Мы случайно встретились внизу. Что бы вы хотели выпить? Виски? Незачем. Юйхэн, я думал, мы встретимся наедине. Я чувствую себя дураком. Вы шутите. Извините, что беспокою вас так поздно. Все в порядке. У меня и так... сбой ритмов из-за быстрой смены часовых поясов. Я пришла сегодня, чтобы спросить вас о кое-чем. Спрашивай. Отчет об анализе данных готов. Брат Наньтин, кто-то взломал базу данных и опубликовал сведения о сестре Сяо в интернете. «402, здание 22, блок 2, сад Вэйтин, номер 289». Сун-Сун. К счастью, есть сетевой кабель. Господин домовладелец, отключили свет? Мой телефон тоже разрядился. Не могли бы вы позвонить владельцу недвижимости? Это сделал. Господин Вэй, если вы видели, как он приземлился без ремня безопасности, готовы ли вы быть нашим свидетелем? Только это дело? Без проблем. Большое вам спасибо. Через несколько дней, возможно, вас вызовут следователи. Хорошо. Хорошо, спасибо, господин Вэй. Уже поздно. Мы сейчас уйдем. Не спешите. Садитесь. Эй, Хэн, вот в чем дело. В эти дни я был в деловой поездке в Китае. Так что, если тебе это удобно, пожалуйста, дай мне расписание твоих полетов. Я хочу воспользоваться рейсом специально в твою смену. Извините, господин Вэй. Это наш внутренний веб-сайт. Не очень удобно давать его вам. Не очень удобно? Так ли это, Юйхэн? Вполне удобно. Вполне. Я пришлю его позже. Спасибо. Кстати, вот маленький подарок для тебя. Нет, 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 я не могу ничего принять. Мы встречались дважды, так что мы друзья, верно? А друзья должны отвечать взаимностью. На этот раз я дарю тебе подарок. Когда примешь подарок, пригласи меня на ужин в следующий раз, хорошо? Вот что за люди-то? Сумасшедшие, перерезали мои провода. Ты в порядке? Почему вы здесь? Разве не писала мне, что в квартире нет электричества? А разве вам писала? Вы мой домовладелец? Вы арендодатель, с которым я переписывалась по электронной почте? Тогда вы все знаете? Начальник дьяволов. Плейбой? Почему ничего не сказали? Стеснялись? Я тоже только что узнал, что это была ты. Если бы не видела сегодня своими глазами, мне бы было трудно представить вас образцовым сыном домовладельца. Это прозвище, которое я вам сама дала. Вы не сказали мне своего имени. И намного симпатичнее онлайн, чем на самом деле. Твои провода. Гу Наньтин, теперь, когда ты все знаешь, что ты обо мне думаешь? Теперь все в порядке. Свет будет гореть. Я тебя спрашиваю. Что ты обо мне думаешь? Ты хорошая. Хорошая, как арендатор. Я просто с тобой шучу. Почему ты так нервничаешь, а? Ты... Не обращай внимания на то, что я писала на электронную почту. Ты знаешь, что я говорю, не думая. Ладно, проверь мои провода. Они в порядке? Ну как? Ты отошел от меня. Почему ты так боишься? Ремонтируешь или нет? Инструктор Гу, мне очень душно. Я даже представить себе не могу, кто такой злой, чтобы перерезать провода. Информация о тебе была украдена и размещена в интернете. В ней указан домашний адрес. Эти интернетные фанаты делают всякие гадости днями напролет. Они могут сделать что-то и более радикальное. Ты заботишься обо мне? Ты моя ученица. Конечно, я должен заботиться о тебе. Ладно, попробуй включить свет. Все в порядке. Есть свет. Тогда что ж, инструктор и ученик, домовладелец и арендатор. Так ли это случайно? Так ли? В сообществе есть прямая экспресс-линия аэропорта. Многие сотрудники компании живут здесь. Кто-то тетя, которой я плачу арендную плату. Моя мама. Квартира изначально была куплена для нее. Кстати, о послезавтрашнем совещании по расследованию. Общественное мнение в интернете неблагоприятно для тебя, но я получил новую информацию. Какую же? Ли Юйхэн сообщила, что пострадавший пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. Она пытается связаться со свидетелем. Так что послезавтра не волнуйся слишком сильно. Я также постараюсь помочь тебе. Я приму любой результат. Спасибо. Я живу в 16-м корпусе, 5-й этаж. Если понадобится помощь, просто позвони. До свидания. Твой телефон. Спасибо. 何不平静？再次飞向你，眼里未留轨迹。寒声直到你声音变得清晰，融入你专属的空域里。 别再抗拒。